Если театр начинается с вешалки, то началом лета безоговорочно можно считать шашлыки. Команда телеканала СТС приняла участие в самом летнем фестивале барбекю. Вместе с нами за первое место боролись и наши коллеги из других каналов и издательств. Однако, помимо недюжих кулинарных способностей, в нашем рукаве был припасен еще один козырь, а точнее звезда. Конечно, я решила поддержать вас, потому что я вас очень люблю. Вот. А секрет идеального шашлыка – это сготовить его с любовью. Я делаю прекрасную розу из прекрасной помидоры, которая самая вкусная и подарит нам победу. Ты думаешь, это поможет нам реально? Я думаю, что эта роза сразит наповал всех девушек. А пока Лидия и Нина нарезали салаты, ваш покорный слуга готовил шашлыки. Ну, как готовил? Саша, в чем секрет хорошего шашлыка? Мы берем стакан вина, вот примерно такой, выпиваем его, и шашлык становится на глазах лучше. Мне кажется, если мы нальем всем зрителям вина, то наш шашлык 100% купит. Мне кажется, нам нужна цистерна вина. Мотивом для каждой команды служила не только победа, но и тот факт, что вырученные средства пойдут на благотворительность. Именно поэтому на площадке царила атмосфера дружеской конкуренции. Я хочу, чтобы наш шашлык продался за максимум, просто какую-то большую очень сумму, потому что все идет все в целях благотворительности. Вот. И просто насладиться этим красивым днем. Зрители активно поддерживали своих фаворитов, что придавало командам уверенности. Мы обязательно победим. И вот волнующий момент. Шашлыки готовы, блюда украшены, и настало наше время выходить на сцену и продавать свои блюда на благотворительном аукционе. Лидия Исакс исполнит для вас припев своей песни, которую она исполняла на Евровидении, только для вас, с вашим именем. Поэтому не упускайте возможности и, конечно же, уникальная возможность отведать молдавского, аменского домашнего вина. Ну, кто пропустит такую возможность? А помимо этого петрушечка. И помимо этого петрушка, которая тоже разглаживает морщины. Посмотрите на эту девушку, ей 46 лет, а кто скажет? Наш экспонат разошелся по довольно высокой цене в 400 леев, что позволило, если не обогнать победителя, то вплотную подобраться к нему. 400 леев 3! Григорий! Аплодисменты Григорию! Григорий, спасибо большое вам! Смотрите, смотрите, вы получили на всю свою команду! Есть еще кто-то с вами рядом? Кто? Ребята, подойдите сюда, друзья Григория! Товарищи! И, конечно же, Лидия, как мы и обещали, исполнила припев песни Falling Stars для покупателя наших шашлыков. We could be the brightest falling stars. Григорий! Браво! Барбекю Бэттл – это в первую очередь благотворительная акция. Все деньги, собранные на аукционе, были переданы на лечение Глеба Никова. Команда телеканала СТС была рада принять в этом участие и внести свою лепту в помощь маленькому гражданину нашей страны.